Всем привет, с вами Smart Open, и сегодня мы расскажем о шампуне для микрофибр Cool Fiber. Cool Fiber – это жидкое нейтральное средство для стирки протирочного материала из микрофибры от различных загрязнений. В отличие от обычных средств для стирки, шампунь Cool Fiber специально разработан для удаления загрязнений, которые остаются после мойки и полировки автомобиля. Данный шампунь не содержит отдушек и красителей, которые могут ухудшить впитывающие способности микрофибры. Также в обычных средствах для стирки содержатся оптические отбеливатели, смягчающие компоненты, которые снижают функционал микрофибр. Теперь немного о способе применения и преимуществах шампуня. Рекомендуемая температура стирки от 20 до 60 градусов, смотря из какого материала сделана микрофибра. Используйте 4-8 мл на 1 кг сухого протирочного материала. То есть, если у вас машинка на 5 кг, то залить нужно будет 20-40 мл, вне зависимости от того, сколько килограмм вы туда загрузили. Заливать можно как в барабан, так и в загрузочный лоток. Cool Fiber специально разработан для удаления автомобильных загрязнений. Средство деликатное и не содержит щелочей. Эффективно очищает микрофибру и, самое главное, после стирки не остается на ткани. С вами был Smart Open. Ухаживайте за своими авто правильно. До новых встреч!